Добрый день, дорогие телезрители! Мы напоминаем вам, что вы смотрите дневник экспедиции Туган Илге Тарзам «Чудеса Мангистау». Сегодня мы приехали в город Форт Шевченко, который расположен на берегу Тукараганского залива, на крайней западной точке полуострова Мангистау. Все самое главное и интересное все еще впереди, так что следуйте за нами! Сегодня во время экскурсии я узнала о том, какие именно приборы используют для убийства каспийского тюленя и в каком именно году открылся данный этнографический музей и благодаря кому именно развилось, в каких годах рыболовство в данном районе. И благодаря этой информации я смогу написать свой проект и сдать его отлично. Сейчас мы находимся в музее имени Тараса Шевченко. Тарас Григорьевич Шевченко – великий украинский драматург, художник и этнограф, который многие годы своей жизни провел в Казахстане, посвятив ему значительную часть своего творчества и исследований. Музей несет непобедимый образ Тараса Шевченко не только для украинского народа, но и для казахского. Тарих толқынына сенсек, 19-ші ғасырда патша отаршылдығына қарсы күрестердің ішінде ең елеулісі болған Досан Тажиұлы мен Иса Тілембайұлы бастаған 1870-ші жылы 22-ші наурызда бүркіт етіскен Маңғыстау қазақтарының патша үкіметіне қарсы ұлт-азаттық көтерілісі. Осы Маңғыстау көтерілісінде Иса мен Досан секілді батырларымыз елінің тәуелсіздігі мен халқының тыныштығы үшін талай күрескен болатын.